шведский фигурист. Ну и последняя разминка. Там будет лидер, главный фаворит европейского, да и, наверное, мирового фигурного катания нынешнего сезона Брайан Жубер. Там будет бронзовый призер чемпионата мира в Дортмунде Штефан Линдеман. Кевин Ван дер Перен, очень неплохой, технически оснащенный бельгийский фигурист. И Сергей Давыдов из Белоруссии. Тоже сильный фигурист, да? Сергей Давыдов очень, очень сильный фигурист. Да, он давно катается. Опытный. Да, ученик Елены Чайковской. Были у него взлеты, были спады. Но вот в нынешнем сезоне на этапах Гран-при он выглядел очень даже неплохо. Но это все еще у нас впереди. А сейчас фигурист из экзотичный по меркам фигурного катания страны, из Испании, Хавьер Фернандес. Да, второй прыжок с каскадом, первые 3,5, хотя бы с полутора аксельной удачи. Две ошибки. Молодец парень, 15 лет этому испанцу. Естественно, он дебютант чемпионата Европы, это понятно. Он даже из юниорского возраста еще не вышел, но так получается, что пришлось ему отстаивать честь страны на взрослом чемпионате.